Электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Фильм посвящен следователям-чернобыльцам, мертвым и живым, их вдовам, их женам, которые были вместе со следователями до конца и будут с ними до конца. Так, поступил внутренний звонок по внутреннему телефону от заместителя генерального прокурора. Он говорит, вы что-то о Чернобыле знаете? Сообщение, говорю, ну только что в газете было 4 строчки, по-моему, в «Правде» или в другой газете какой-то было сообщение, что авария. Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. В принципе, правильно надо было бы называть не Чернобыльская атомная электростанция, а Припятская, потому что сама электростанция размещена в городе Припять. И почему именно в городе Припять? Потому что атомная электростанция питалась водами, которые текут по реке Припять. Со станции ночью. Пришел тревожный сигнал, шифрованный 1-2-3-4, что означало, что на станции возникла ситуация с ядерной опасностью, радиационной опасностью, пожарной опасностью и взрывной опасностью. Надо выехать на место происшествия и уточнить, что же там на самом деле. Вы готовы? Да, я говорю, готова. Ну, говорит, самолет Внуково. Я как был на работе, портфель и вперед. Обычный рейсовый самолет, но, правда, пустой был. Я летел один, собственно. Был у нас такой зампрокурора Потебенько, который курировал следствие. Я в то время работал прокурором следственного отдел, управление, вернее. В 5 утра позвонили и сказали, что вам нужно выехать в Припять. Случился пожар на станции, атомной станции. Я говорю, а кто распорядился-то? Потебенько. Я говорю, а что так? А он сказал, что у нас самый умный Иванов, пусть он и едет. У меня был с ним конфликт перед этим. Когда я сказал, что если не понимаете ничего вследствие, то нечего давать советы. Вот за этот совет я и поехал туда. Уже со станции стали поступать сигналы о том, что реактор, он, в общем-то, управляем. Операторы пытаются вести его охлаждение. Но, значит, говорили, что там дело плохо. Главное, это надо было посмотреть первичные материалы, что же по опросу людей, допросов никаких не было еще до этого, собственно говоря, шло проверочный материал, что же рассказывают сотрудники, участники. А главное, меня всегда интересует в этих ситуациях, это внешние признаки, как все это происходило. А человечески могу сказать, что, если грубо говорить, бардак был полный. 26 и 27 числа до эвакуации людей, дети в песочниках играли, где грязюка была страшная. Страшная. А они на себя черпали это все, то, что вылетело из реактора.
довольно большое количество было опрошено людей. Внешне была объективная картина, чтобы посмотреть, что же было. Оказалось, не пожар, а взрыв. Это совсем иная ситуация. Мы возбудили уголовное дело. Я лично выносил постановление о возбуждении уголовного дела. И начались следственные действия. Первым делом вынес постановление об изъятии документов. Друзья уходят так нежданно, невзначай, как будто полк свое утратил знамя. За них пьют водку молча вечерами и часто вспоминают по ночам. Они спасти пытались человечество, их славных дел, увы, не перечесть. Не для наград служили для отечества, все их отвага, мужество и честь. Был текст, который свидетельствовал о том, что что-то не так с системой защиты и управления реактором, потому что АЗ-5, автоматическая защита 5, не сработала, а текст шел, что необходимо включить АЗ-5, вот, а она автоматическая, она сама должна включиться. Значит, ясно, что она не была включена. Необходимо было возвратиться в Москву и поговорить с персоналом, а это те, которые были именно на смене, на пульте, это Топтунов, Акимов. Партийными и советскими органами, воинскими частями. Те, которые оказались в связи с пожаром, взрывом на месте, они получили огромную дозу облучения и были отправлены в Москву, в 6-ю клиническую больницу специализированную. Мы подготовили специальный вопросник, отправили его в Москву, и наш товарищ уже здесь, в следственной части Генеральной прокуратуры, в 6-й клинической больнице опрашивали вот этих всех, так сказать, лиц, которые там занимались этой проблемой. Сразу же обратился к главному врачу больницы, потому что состояние уже у них было предкоматозное, то есть поражение было уже несовместимо с жизнью, включая и Топтунова. Он поражен был именно телом, ну, нельзя тут говорить. Могу, конечно, сказать, оно красное было. Руки обожжены, он весь перебинтован и так далее. Когда я представился, сказал, кто, чего, он, я спросил, вы писали? Да, я, вот, все здесь правильно написано, да, он еще дальше подтвердил, ну, типа, все сволочи, мол, защиту включали, она не сработала и так далее. То есть Топтунов ясно был не в курсе того, что три защиты выведены из работы. Собственно говоря, это было буквально 2-3, не более минуты. Подтвердил, я его зачитал, он посмотрел.
расписаться он уже не мог. На этом, собственно говоря, дальше уже нельзя было с ним говорить. Ну, он действительно умер через несколько часов. Двадцать седьмого числа у меня сразу возник один вопрос. Пропал же человек там на станции, без следа и следствия. И пошли слухи о том, что именно он взорвал станцию и скрылся. Я подключил тогда работников КГБ, и они занимались этим вопросом. Через несколько дней они мне дали заключение о том, что он никуда не пересекал границы и на территории ни области, ни республики его нет. И таким образом было потом впоследствии установлено, что он в конечном итоге был погребен там. Так его труп и не нашли. Само здание, где размещался этот четвертый энергоблок, оно разрушено. И вот еще такая небольшая деталь, которая мне очень бросилась в глаза. Вот этот самый четвертый энергоблок, там такая огромная высоченная труба. И из этой трубы идет шлейф дыма. Его называли лисий хвост. И этот шлейф лисий хвост поднимается высоко-высоко в небо. День был прекрасным. Солнце, тепло, погода отличная, никакого дуновения ветра. И высоко-высоко над этим лисьим хвостом, я его так образ называю, но он так раньше назывался, вы знаете, было удивительно. Буквально стая птиц, тучи птиц, вот летают над этим, так сказать, шлейфом. В первом же полете было видно, что реактор полностью разрушен. На крышах машинного зала, на площадке территории валялись куски графитовых блоков, либо целиковые, либо, так сказать, разрушенные. Виднелись довольно крупные элементы тепловыделяющих сборок. И первый облет реактора разрушенного состоялся 26 апреля вечером. Облетели несколько раз вокруг разрушенного здания, сняли с близкого достаточно расстояния разрушения. Полушкин, как эмоциональный человек, не смог сдержать своего горя. Я характеризовал всю эту ситуацию одним, не слишком печатным, но емким русским словом. Стало понятно, что он оценил всю глубину разрушений и восстановлению все то, что он увидел, никакому не подлежит. Сразу же по состоянию, по характеру разрушения, мне, например, было видно, что произошел объемный взрыв, и мощность этого взрыва порядка 3-4 тонн тринитротолуола. Было очевидно, что это крупнейшая авария радиационная. Поступившие пострадавшие, а их было более 100 человек, они все прибыли к нам двумя специальными рейсами Аэрофлота из Киева, имели очень интенсивное, мощное радиоактивное загрязнение поверхности тела. Обошли первую группу всех пострадавших, мы сразу определили, что примерно около 30 человек из
них уже убиты радиацией, но еще живы. И оказалось, что в конечном итоге, благодаря усилиям наших замечательных специалистов-врачей, нам удалось спасти подавляющее большинство сотрудников, пострадавших там на Чернобыле. Это было 134 человека. Вот. Но 28 человек все же погибли, поскольку радиационное воздействие было несовместимой с жизнью. Надо было возвращаться снова назад. Необходимо с блока забрать документацию. На блоке управления, вот, естественно, всевозможные журналы и так далее, документация, она всегда присутствует, и ее обязательно надо потом смотреть. Ну и как оказалось, что не напрасно, потому что в этом ворохе бумаг, это, конечно, большой беспорядок был, на этом все-таки произошел взрыв, все запыленное, грязное. Вот. В этой документации я нашел ленту мощности реактора. Эта лента мощности показывает режим работы реактора. Понимаю, что необходима будет экспертиза, и экспертиза, тем более физики должны заниматься, ядерщики и так далее. Лента мощности в дальнейшем, ну, долго рассказывать, конечно, показала очень много. Во-первых, ход развития реакции. Вот. И для физиков много стало ясно, и подтвердились те факты, что технологический регламент, ну, грубейшим образом был нарушен. Видно было, что эксперты, которые прилетели туда 26 и 27 апреля, мучительно ищут ответ на вопрос, почему произошла авария. Причина взрыва могла произойти в связи с неправильным проектированием. Причина взрыва могла произойти при неправильном строительстве. Причина взрыва могла произойти и при нарушении правил эксплуатации. Рассматривают самые разные сценарии аварии. Ну, наиболее популярные и наиболее пригодные для этой ситуации аварии – это либо взрыв в системе локализации аварий, которая находится под реактором, либо взрыв водорода в баках системы управления и защиты. Их два бака – один верхний, другой нижний. Там возможно скопление водорода. Либо это разрыв больших трубопроводов. Были и предложения рассмотреть диверсию, но придумать, где могли террористы заложить какой-то заряд для того, чтобы принести к таким разрушениям, которые постепенно вырисовывались, ни у кого фантазии не хватило. Работа была организована так, как, знаете, в хорошем научном коллективе. Первое – внимательное изучение информации, желательно из информации, получаемой из разных источников. Когда перебрали все варианты, которые пришли на ум, то пришли к выводу, что такие разрушения мог нанести себе только сам реактор. Авария произошла во многом из-за того, что реактор был приведен в непроектное и плохо управляемое состояние действиями сначала организаторов испытаний электрических, которые проводились как бы во благо,
безопасности РБМК и второе – эксплуатационного персонала. Ни с кем это не было согласовано. Вот. Ну, потом только кивали на то, что система защиты, мол, несовершенна, есть положительный эффект у реакторов. Все это, естественно, глупость. Если было все сделано, в том же, тот же пример я вам рассказывал. Я летал потом, Курская становилась с миллиона, а за пять погасила с миллиона. Вот. То есть на защиту кивать нечего было. Ее просто, она просто не работала. Ее вывели из работы. Надо оттуда выселять. И это, решение этого вопроса состоялось где-то вечером 26 апреля. И вот я честно вам скажу, не скрывая ситуации, когда передали по радио, по громкоговорителю, объявили жителям города Припяти о том, что у нас произошла чрезвычайная ситуация, что людям надо собраться срочно и выехать. Честно вам скажу, у меня дрожь в горле была. Я хотя не был участником войны и, так сказать, не слышал объявления о начале войны, но у меня сложилось такое впечатление, как будто было объявлено начало войны. Вот такая, так сказать, ситуация. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. В нашем институте традиционно в течение многих лет действовала на постоянной основе так называемая аварийная бригада, состоявшая из врачей, физиков, лаборантов, препараторов и так далее. Их задача – быть на месте, сбор в институте в течение максимум 2 часов и выезд или вылет вместо аварийной ситуации. Эта система у нас работала очень быстро, и через 2,5 часа наши сотрудники, входившие в состав аварийной бригады, уже были доставлены в институт и были готовы к вылету. Для этого у нас были предусмотрены соответствующие укладки, там, где находились соответствующие инструменты, препараты и так далее для оказания непосредственной медицинской помощи на местах. И на следующий день, это уже было 27 апреля, прибыло в город Припять тысячи, наверное, автобусов, которые подогнали к подъездам жилых домов. Людям сказали, чтобы они собрали с собой необходимые вещи, паспорт, документы, еды на 3 дня, погрузились и отправили в зоны, в одну из деревень, я сейчас не помню, как называется, которая размещена где-то в пределах 30 километров от города Припяти. Друзья уходят так нежданно, невзначай, как будто полк свое утратил знамя. За них пьют водку молча вечерами и часто вспоминают по ночам. Они спасти
пытались человечество, их славных дел, увы, не перечесть. Не для наград служили, для отечества, все их отвага, мужество и честь. Дышал Чернобыль ядерными стенами, там, где беда, у следака немало дел. Он шел вперед, пропитанный рентгенами, десятки раз превысив свой предел. Друзья поднимут свечи поминальные, пускай иконам поклонятся в пол. Пусть вспомнят все события реальные, и пусть накроют что-нибудь на стол. Пусть следаки опять сегодня встретятся, друзей ушедших вместе помянут. А что земля, земля и дальше вертится, со всеми вместе, кто на ней живут. Спасенный мир успешно развивается, любя, страдая и вовсю греша. Так пусть свеча себе тихонько мается, как Божья офицерская душа. Так пусть свеча себе тихонько мается, как Божья офицерская душа.